Главный приз – сахарный песок. Вот такой символичный подарок получили участники гонок на снегоходах и мотобуксировщиках уже в селе Помоздино Усть-Кулумского района. Соревнования получились народными. Организовал их местный активист Михаил Шомусов. Неравнодушные сельчане помогли, подключились спонсоры. Получился настоящий праздник скорости и адреналина. Виктория Палкина передает из Усть-Кулумского района. Рев моторов, ветер в лицо, эмоции на трассе и среди болельщиков. Такие они снежные ралли по Усть-Кулумски. Организаторы гонок постарались. Максимально сложные трассы еще и с препятствиями. Одни гонщики без проблем проезжают змейку, другие справляются на огневом рубеже. Самая протяженная трасса – 2 километра, она же и самая скоростная. Михаил Шомусов вместе с сельчанами подготовили каждый этап. Они же судили и награждали. Подготовились и участники. У каждого гонщика ушло больше 10 литров горючего. Но эмоции того стоили, признались на финише помоздинские экстремалы. Добавить немного рева моторов в родное село Михаил Шомусов решил еще 3 года назад. Но коронавирусные ограничения отодвинули смелую спортивную идею. Идея пришла мне так, как-то скучно все, я думаю. Я человек энергичный, что-то еще придумаю. Техники много, а что бы не сделать гонки на правах. Ну, в 2020 году не получилось из-за ковида. В прошлом году мы раз первый год провели, а в этом году люди спрашивали, что будете проводить с вами. Да. В этом году гонки получили неофициальный статус межрайонных. Приехали любители погонять из Сыктывкара и соседнего Карткироса. Собралось 20 участников. Дальше больше, уверен организатор соревнований. И уже строит планы на новый спортивный гоночный сезон. Виктория Палкина, Ольга Чистолева, телеканал «Юрган», Усть-Кулумский район.